Я рад приветствовать вас на моем канале. Порывшись в кучке с металлолом, я нашел вот такой кусочек шведера и хочу попробовать сделать из него ключницу, вешалку, крючок. Не знаю сам, что из этого получится, потому что буду делать это впервые. Сейчас я обозначу части, которые я буду вырезать, которые буду загибать, оттягивать. Горло уже горит, так что можно начинать. Поехали! Thank you.
получилось из кусочка металлолома швеллера. На нем можно вешать ключики, зонтик, еще всякие разные вещи. Вот. А как вы думаете, что можно было бы сделать еще из такого кусочка швеллера? Обязательно напишите это в комментариях и не забудьте поставить лайк. Ну и, конечно же, до новых встреч. Пока.